В Украину доставили новые бронированные машины «Пантера Т-6», которые производят в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. Фотографию с бронемашинами обнародовали аналитики из Ukraine Weapons Tracker. На технику уже нанесли характерный украинский камуфляж. «Пантера Т-6» производит компания Maneuver Special Purpose Vehicle из Объединенных Арабских Эмиратов. Поставщик и заказчик этих машин для Украины неизвестен. Заявляется, что разработанный в Эмиратах 5-дверный бронетранспортер «Пантера Т-6» предназначен для охраны границы и охраны полиции. Также эти бронемашины можно применять в ограниченных военных операциях низкой интенсивности. Базовую модель производит компания Maneuver Special Purpose Vehicle в Объединенных Арабских Эмиратах и на военном заводе в Анкаре в Турции. Машина сделана на шасси Toyota Land Cruiser 79 серии, имеет установленный 4-литровый V6 двигатель, постоянный полный привод и ручную коробку передач. При необходимости можно установить пулемет на крышу автомобиля или же добавить легкий боевой модуль. Несмотря на широкую доступность боевой машины на рынке вооружений, информации в открытом доступе о ее характеристиках немного. Известно, что такие «Пантера Т-6» покупает Ливия. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии.